Блок сразу ответ. Блок ответ. Корпус. По корпусу не забываем, работаем тоже, да. Азарта и старания у юных боксеров хоть отбавляй. Тренировку ребятам проводит звезда бокса. Марк Урванов специально приехал в Карабаш, чтобы поддержать начинающих спортсменов перед турниром. В любом случае проигравших здесь нет, они все победители, потому что уже занимаются таким видом спорта. В первую очередь нужно ставить перед собой цель, упорно двигаться к своей цели, правильно что. Я думаю, что вот именно через бокс это все можно реализовать. Турнир по боксу в Карабаше состоялся впервые. Впервые появилась и боксерская секция. Соревнования приурочили к 200-летию города. 3 дня больше 100 участников из Карабаша, Миаса, Кыштыма, Чебаркуля и Озерска сражались за звание сильнейшего. Несмотря на юный возраст боксеров, схватки на ринге были нешуточные. Я получил первое место в Миасе 5-6 мая этого года. Просто бил и очень хотел победить. Открыть двери в большой спорт детям помогло градообразующее предприятие «Карабашмедь». Хотя секция бокса в спорткомплексе «Металлург» открылась только в марте, здесь тренируются уже десятки мальчишек и девчонок. Большой отклик у населения. Родители очень обрадовались. У нас занимается более 60 детей и порядка 20 взрослых. Постарались максимально для ребят создать призы. Вчера награждали некоторых ребят суперпризами. То есть они открывали, перчатки, у них такие глаза были радостью полнаполнены. То есть очень круто получилось. Заниматься спортом в ФОКе могут не только школьники. Секция пользуется популярностью и у взрослых жителей Карабаша. Когда я узнала, что у нас открывают секцию, я первым делом пришла сюда. Было очень тяжело, но я не знаю, у нас крутые тренера, сама атмосфера тоже клевая, и я все свое свободное время готова проводить здесь. Дети все нашего муниципального округа занимаются здесь бесплатно. У нас 9 видов спорта, которые мы культивируем здесь. Поэтому все дети приходят и ежедневно могут себя здесь проявить. Все финалисты и призеры соревнований получили кубки и спортивные подарки. Организаторы надеются, что боксерский турнир в Карабаше станет ежегодным. Наталья Петрухина, Сергей Олейник, 31 канал.